У премьера Словакии Фица открылось кровотечение в брюшной полости. Он по-прежнему в операционной, сообщают СМИ. Во время покушения он получил 3 пули в живот и еще 1 в плечо. Напомню, стрельба произошла возле здания, где проводилось выездное заседание правительства. Ранение получил премьер-министр Фица. Нападавшего удалось задержать. Им оказался 71-летний гражданин Словакии. На покушение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фица быстро выздоровеет, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии. Владимир Зеленский, президент Украины, в соцсети X. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.